Здравствуйте. Сейчас я соберу вас. На, билет возьмите. Мама пришла? Дина. Тогда придется, наверное, эту попросить. Вот такая большая. Может, эту попросить. Ну, она же только что у меня все разговаривала, да? Не разговаривала об этом. Она сбросит здесь что-то. Ну, надо бывает. Ну, я им говорила, в принципе, без 15, без 20 вот так. Ну, так что они же уже, Виола, они уже будут одетые, понимаешь? Да, Анжела. Да. Здравствуйте, Валера. А Григорьевна, можно? А, Ваня. Валер, у меня тебе просьба. Ты не мог бы подняться к тебе там? Анжела у нас выступает, что-то она не подходит. А сбрасывается телефон. Анжела, чтобы она... Мама. Что? Да, конечно, это образ... Вот мне не надо рисовать сейчас концерт. Конечно, да, слава. 79. Порисую, мам. Хорошо, проси, чтобы... Проси, чтобы она шла уже. Купа, ага, давай, спасибо. После сказки было, после концерта, всем коллективом. Вот, мы про это и говорили, да, мы хотим, да, мы никуда не фотографировались. Да, 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 все вместе, в национальных костюмах. Конечно, прямо раздеваться. Да. А где Анжела? Анжела, ты что? Анжела, ты что? Ой, что-то вот про Архангельск. Она убежала? Куда она убежала? Да, она в доме. Лево на карте. Она в доме? Лариса! Аркан, где вы там у тебя? Лариса! Сейчас закончу. Блин, спрятали.
знамя, озера небес оконца, Чукотка моя родная. И летом по пахах белых стоят великаны горы, ласкает лазурь рассветов Чукотки моей просторы. Ковром разноцветным тундра покрыта, снегами тают, метели, пурга и ветры Чукотку мою охраняют. Открытым душой согреет, богатства свои покажет, проверить на прочность умеет. Чукотка — земля отважных. От края земли до края, сиянием освеченной ночи, живи, процветай, родная. Чукотка, люблю тебя очень. Именно этим стихотворением мы открываем наше праздничное представление, посвященное 79-летию образования Чукотского автономного округа. С праздником вас, дорогие земляки! Нашего главе сельского поселения Мыльникову Александру Михайловичу. Девушка запела, да? Добрый вечер, уважаемые. Здравствуйте! Молодец, правильно делаете. Ну, как вы услышали, 10 декабря 2009 года исполнилось 79 лет нашего Чукотского автономного округа. И сегодня
12 декабря нас еще один праздник нашего государства. Главный праздник нашего закона – День Конституции. Разрешите вам зачитать поздравления от главы района и председателя совета. 10 декабря 2009 года исполняется 79 лет со дня образования Чукотского автономного округа. Поздравляем вас с этой знаменитой датой. Желаем доброго здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии и успеха в работе на благо дальнейшего процветания нашего округа. Хочется верить, что и в будущем новое поколение жителей Юркинского района принесет свой достойный вклад в сохранение и приумножение достигнутых успехов трудовой и культурной жизни Чукотки. Хорошего вам настроения, мира и благополучия каждому дому, каждой семье. Праздником вас, дорогие земляки! Глава Юркинского муниципального района Максима, председатель Совета депутатов Нагорный. Я также, дорогие... Сколько будет в земле слышать, сколько будет в уголке жить, все нравится.
Исчезающим вместе с ним. Дорогие односельчане, сегодня мы проводим чукотский праздник, обряд благодарения Млэнрдом. Thank you.
было время, когда приходила на нашу землю Петара. Бабушка, сегодня ведь праздник, зачем вспоминать о темном времени? Верно ты подметила, внучка. Именно о темном времени нашего народа хочу рассказать. Бабушка, мы же танцуем и поем о счастье. Чтобы счастье и праздник были еще светлее, нельзя забывать о прошлом. Это было давно. Никто из людей живущих не помнит. Появились в наших краях злые духи. Говорят, что это шаманы, отвергнутые за зло людьми. Много бед творили они, и люди боялись их. И вздумалось им украсть с неба звезды, луну и солнце. И настала на земле темнота. Пропадешь. А люди
без солнца останутся. О, Коян, что творится? Страшно, все умрем. Не бойтесь, люди, я найду солнце. Хорошо бы, вся надежда на тебя. Возьми уголек от родного отчета и волшебный шар. Они тебе помогут в трудную минуту. Народ не может умереть, если у него такие смельчаки, как эта девушка, Упуна. И пошла она искать звезды, луну и солнце. А бурка все сильнее и сильнее. Навстречу ей попадаются киты, нерпы и чайки. Thank you.
Кума продолжает свой путь. Вдалеке мерцает маленький огонек, который становится все яснее и яснее. Она приближается и видит, что это отдушенные ранки, откуда дым выходит. И видит она, что внутри так ярко, и только мелькают черные тени злых духов. Oh!
Родители дают имена.